Всем привет, с вами Артур, и сегодня у меня в ремонте Porsche Cayenne. Ремонт задней части автомобиля. Итак, крышка багажника, бампер, задняя панель, также заднее левое крыло повреждены. С одной стороны зазор большой, с другой вообще нету. Итак, разбираю и смотрю, что творится внутри. Вижу все внутренние повреждения и насколько задран левый лонжерон после удара. Ну что, начинаю ремонт. Итак, это мой план. Надо вытянуть лонжерон и опустить его вместе залома. Для начала вытягиваю усилитель бампера. Он отрывается, чтобы можно было его открутить. Затем вытягиваю сам лонжерон, что у меня не очень-то получается, так как лонжерон довольно-таки из серьезного металла, миллиметра 2,5, и идет туго. Ну вот, тяну его горизонтально и заодно опускаю вниз. Для этого сделал окошко для подхода к лонжерону и просверлил и прокрутил болт. На холодную не очень получается, поэтому приходится это место подогреть. Ну вот, заломчик более-менее вышел, но еще не до конца. Я делаю первые измерения. После измерений я вытяну заднюю панель и удалю ее. Она будет меняться. Итак, задняя панель демонтирована, удалены также куски внутреннего поврежденного металла, они будут равняться. Делаю еще одни измерения, потом чуть-чуть подкорректирую и принимаюсь за грубый ремонт заднего крыла. Финишная рихтовка будет, естественно, уже в самом конце. Итак, повесил крышку и сейчас подгоняю зазоры. При этом не забываю, как больше делать измерений. Постукиваю заломчики. Раз 50 открываю, закрываю
крышку. Ну и когда зазоры подогнал, принимаюсь за ремонт внутренней части багажника. Итак, отравнял внутренние части, свариваю их и затем примеряю, подгоняю и свариваю заднюю панель. Ну что, задняя панель приварена, внутренние части приварены. Я примеряю фонари, бампер и подгоняю уже до финиша левое заднее крыло.
Итак, после долгого изнурительного труда, причем тяжелого, потому что очень все туго шло, наконец-то работа с металлом закончена. Я примерил все фонари, бампер, все зазоры в норме. И теперь можно начинать ее красить. Ну что ж, поклюю, грунтую и затем крашу. Итак, машина покрашена, собрана, отремонтирована. Спасибо за просмотр. С вами был Артур. Подписывайтесь на мои новые видео. До новых встреч. Пока.